знаменитая телеведущая Екатерина Андреева уже не первый год покоряет сердца зрителей своей молодостью и энергией. Однако, сколько же ей лет на самом деле, для многих остается загадкой. Различные версии возраста колеблются от 50 до 65, но сама звезда Первого канала предпочитает молчать на этот счет. Тем не менее, в свои 62 года Андреева выглядит великолепно. Однако, последнее фото телеведущей вызывает сомнения в ее вечной красоте и молодости. На нем трудно узнать знаменитую телеведущую, так как она переборщила с пластическими операциями. Вместо своего естественного облика, она выглядит неестественно и неузнаваемо. Таким образом, тайны нестареющей Екатерины Андреевой все еще остаются загадкой. Она продолжает радовать зрителей своим шармом и профессионализмом, но вопрос о секретах ее красоты остается открытым. Очевидно, что это не только питание и спорт, как сама она утверждает в СМИ. Ранее сообщалось, что известная телеведущая усомнилась в профессионализме Екатерины Андреевой.